встали сегодня в 5 утра, чтобы выйти специально погулять. Потому что очень давно уже сидим дома. Строго соблюдаем карантин. И дети очень соскучились. Хотя у нас частный дом, по дворе они гуляют, но просто сменить обстановку им очень-очень хотелось. И я-то вообще не спала. Их тоже разбудила в 5 утра. И пошли. Пошли мы на прогулку. Абсолютно пустые улицы. Красота нереальная. Несколько фотографий тоже сделали мы для нашего инстаграма. Рамадан уже близится к своему завершению. Девочки меня попросили на сухур сегодня разбудить их. Идем кофе. Идем кушать. Быстро, быстро, быстро. Азан скоро утренний прокричит. Всем ассаламу алейкум. И сегодня я поздравляю вас всех с наступившим благословенным месяцем Рамадан. И сегодня мы для вас будем делать поделки к месяцу Рамадану. Прекрасно. Поделки простые, из того, что есть у каждого дома, даже. Да. Что нам потребуется, Капишка? Нам потребуется... Ну, мы сделаем вот такой один фонарик. Мы много сделаем, зачем нам один? Ну, да. Мы сделаем много, потом можно, из них можно сделать гирлянду, повесить, например, просто на стену или на окно, или люстру украсить. Мы люстру украсили. Вот, мы берем цветную бумагу. Да, цветную бумагу. Берем клей. Угу. Можно украсить наши светильники вот такими цветными скотчами. Угу. Потом... Нам еще понадобится ножницы. Ножницы и какие-нибудь карандаши. Карандаши и линейка. Ну, даже. Да, и линейка. Так, отлично. Ну, это самое простое, что у каждого есть дома. Мы специально выбирали такую поделку, чтобы не нужно было лишний раз что-то покупать для нее, идти в магазин. Ну, у каждого, у кого есть детсадовский, кто в детсад ходит, кто в школу, обязательно есть цветная бумага дома, ножницы, клей. А в итоге получается достаточно симпатичный фонарик. Давай для наших зрителей самый красивый цвет. Я хотела такой. Давай серебристый. А с каким будем сочетать? Например? Ну, слишком много будет блестящего. И серебряный, и золотой. Давай с каким-нибудь таким
более спокойным. Белый? С белым красиво, мне кажется. Мы складываем бумагу пополам. Угу. Так. Надо, чтобы она была ровная. Ну да, не торопись. Угу. Угу. Потом мы ее режем пополам. Кому-то удобно его раскрывать вот так вот, а кому-то вот так вот. Угу. Аккуратно вырезаем. Кто-то мне пишет и пишет, вот специально, когда мы съемки начали делать, решили мне все написать. Наш это? Да. Да, вот про Рамадан, да, который мы делали? Да. Да. Угу. Который мы тогда еще как-то делали. Угу. Пошутка не грусти, баба. Сейчас следующий ты будешь делать. Да. Да, обратите внимание, важный момент. Вот так вот ровно, аккуратно. Угу. Складываем. Надо, чтобы все было ровно и красиво. Потом берем ножницы. Надо, ну, некоторые могут делать тоньше, некоторые потолще. Ну, красивее как, потоньше, наверное, более красиво. Ой, а я забыла начертить его. Да, линию нужно сделать, чтобы все полосочки у нас были аккуратные, ровные. Да, вы не обращайте внимания, у нас линейку мы дома не нашли, у нас просто палочка. Так, мы должны аккуратно начертить ровно. Чтобы уже по этой линии ориентироваться, резать полоски, чтобы они были не в кривь, в кость, а все одинаковой длины. Потом так вот ровно чертим. Все, начертилось. Все. Потом дальше продолжаем резать. Я просто забыла начертить. Так. Вот такая у капельки получилась красота. Так это все выглядит. Теперь, подожди, фокус. Теперь тоже важный момент. Мы сворачиваем, да, уже сам важно. Фонарик. Угу. Потом берем белую бумагу. Потом складываем тоже пополам. Вот так вот. Режем. Сейчас я быстро. Вот почти порезала. Так, теперь берем один лист. Теперь мы еще, подожди, мы для ручки должны отрезать несколько сантиметров толщины. А, ага, да, точно. Мы в прошлый раз забыли. Теперь проведи тоже линейкой, извините, что такая. Не, наоборот. Не так, а вот так. Вот так вот, да? Да, вот так. Ага. Несколько сантиметров, 2-3. Начертили. Теперь надо вырезать. Постарайся, не торопись, ровно вырезай. Угу. А вот тебе нравится, что у нас получается? Да. Толя опять кто-то пишет. Это назло нам. Пусть будет на добро. А? Пусть будет на добро. Да. Нам еще кушать надо готовить. Мы еще снимем салат, как вы готовите, да, же, Солженка?
Короче, ты у нас прирожденный блогер. Ну, Алжан, конечно, само собой. Алмат тоже. Просто сегодня у тебя премьера. Алжан, ты в прошлом году много снимал, а тебя почти не снимал. Так, мажем клей. Почему не идет? Вот, теперь пошло. Вот, теперь нам надо склеить две стороны. Чтобы получилась фигура в форме цилиндра, да же? Да, чтобы потом можно было только приклеить его. Так, теперь ты аккуратно начинаешь клеить. Наверное, мне показалось, что сосед. Вот. И с другой стороны. Все, приклеили. И вот такой фонарь получился. Но это еще не все. Потому что мы сделаем для него ручку. Ручку. И, вот. Да, и сделаем еще украшение. Украшение, да. Ну, выглядит очень красиво. А, кстати, фонарики мы не просто так делаем. Вообще, знаешь, что фонарики – это символ Рамадана во многих арабских странах? Да? Да. Я даже не знала. Да. А какой модно Софи выбрать? Ну, как ты сама считаешь, какой красиво будет сочетаться? Мне показалось, что красный. Красный там с серебряными штучками. Надо выбирать красный. Надо именно выбирать цвета подходящие, чтобы они красиво смотрелись на нашем фонарике. Да. Так. Чтобы такими тобами каждый день с тобой можем снимать. Так, надо вот так вот. И с Алжанкой. С тобой. И само собой с Мухаммадом. Сейчас. Я приклею сюда на нашу бумагу. Вот, я призываю бумажки, пожалуйста. Почему так криво получается? Потому что, наверное, ты торопишься. Ничего, ну, ничего страшного. Давай сначала сделаем. Давай отрежем еще одну такую линию. Такую же. Ладно. Только теперь нам надо это делать все ровно. Алжан, ты пока подбери, из какого, какие цвета ты будешь делать. Так, теперь мы опять приклеиваем. Это, наверное, уже отрежь, но не приклеится. Или приклеится. Ну, попробуй. Приклеится. Так, серебристый. Еще какой? Не серебристый, золотистый же мы плюс. Золотистый, еще какой? Вот. Теперь отрезаем. Вот. Отрезаем. А желтый будет хорошо смотреться. Сейчас проверим. Ой. Чуть не полезло. Так, теперь берем и вот так вот склеиваем. Сейчас здесь подрежем. Баба, я только вот так вот. Вот. Теперь маленький. Склеиваем клеем. Вот так вот. С этой. Ну, хватит. Ну, мне кажется, нет, золотистым не желтый нужно, что-нибудь другое, сейчас посмотрим. Вот, делаем клеем. Ага. Смазываем. Ой, слишком много клея. А, не забудьте, что надо поменьше клея делать, я чуть-чуть переборщила. Угу. Надо делать мало клея, чтобы ничего не выходило. Угу, чтобы аккуратно. Я чуть-чуть как переборщила. Да, сильно. Да. Вот, сейчас чуть-чуть повыше. Так, и теперь можно сделать, вот как мы делали такую, так сказать, каемочку. Давай вот еще пусти, как мы делали на тех. Стой. По кругу вот этот вот цветной скотч. Красиво же? Как это вокруг цветной скотч? Ну, вот, да. Да, здесь или вот здесь, да? Да. А, все поняли. Вот такой более аккуратный законченный вид. А каким можно? Таким же красным, да. Аккуратно надо склеивать. Чтобы потом опять ее не выдергивать. А, если вот не получилось, то не надо это прямо резко делать. Резко. Надо поаккуратнее, чтобы она потом не порвалась. Угу. Она может, вы резко потянете, и она может очень... Если наш тут будет на смарку, да. Потом у вас, конечно, ничего не получится. Если вот так будете резко делать. Вот так. Получается красота, на самом деле. Вроде ничего особенного. Но особенно, когда их много сделаешь, и вместе они так как-то нарядно смотрятся, да.
сразу дома какая-то... Давай нашим зрителям покажем, как мы на люстру их повесили. Да. Потом можно вот. Еще их повесить, Как раз этой полоски не будет видно. Да. Во фонарика можно прикрепить. Можно, можно где угодно. Сюда вот. Да. Ой, закончился. Самый момент. Ну давай другую половину еще каким-нибудь сделаем и все. Другую половинку? Ну да. Может, желтый? Давай. Это же наша поделка, мы как хотим, так и делаем. Дальше, Мухаммад. Только главное, чтобы было красиво. Да. Жалко, что из-за коронавируса, что не будет праздника Ураза-Байрам. Очень жаль, очень жаль. Но мы сделаем хотя бы семейный праздник, да? Да. Причем тортик. Потом что-нибудь вкусное. Сок. Да. Негазированный. Да. Классно, я придумала. И отрезаем эту половинку. Ой, что вы мне режете? Ты не торопись, не торопись. Солженка заснет пока. Так. Ну, вот почти отрезала. Вот, наконец-то. Все. И в итоге у нас получился такой оригинальный, красивый. Вот. Подожди, подожди, фокус, фокус. Делаем. Такая красота получилась. Сейчас должна покажет свой. Давай я покажу. И Мухаммад тоже. Я желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Всевышний примет ваши дуа, намазы, посты. То, что вы сделали все благое, то, что помогали людям месяц Ураза-Байрам. Рамадан. Ну, неважно. Дальше. И, конечно, наверное, все скучают по школе, мне, например, по своим одноклассницам, по нашей учительнице. Ну, проявим терпение. Я желаю вам всего самого наилучшего. Не болейте, пожалуйста. Умница. Давай, кто следующий хочет сказать пару слов? Я. Давай, Мухаммад. Я знаю, вы скучаете по школе, по садику, да, еще сильно скучаю. По бабушке, дедушке, по всем родным. Да, правильно ты говоришь. Но мы проявим терпение, будем делать дуа, чтобы побыстрее это закончилась ситуация. Дальше? Да. Алжанка, цветочек, скажи что-нибудь. Я желаю вам, чтобы вы не болели. Правильно. Чтобы Аллах принял ваши дуа. Умница. Месяц. Рамадан. Рамадан. Угу. Чтобы вы не болели, чтобы вы были здоровы и все кота. Это же самое главное. И теперь давайте покажем, что у нас в итоге. Вот мы сделали вот такую красоту. Очень быстро, вот, нарядно, вот, вот. Симпатично. Вот. Вот. Совсем немного времени для этого требуется, но смотрится это очень даже... Мне больше всего золотой понравился, а мне вообще не. А мне все. Угу. Давай уже все весь. Нашего самого главного тоже снимите, пожалуйста. Он тоже умеет говорить. К сожалению, не успели мы снять для вас, как мы готовимся. Кушать готовим на ифтар. Слишком сильно торопились, и малыш у нас тоже раскричался, как назло. Не получилось. Но ничего, еще успеем. Иншалла, как-нибудь снять для вас. А теперь, как наконец-то, отпускаем Уразу. Я терпеть аж не могла. Маша, умница, копишка, протерпелась. Давай, давайте, девчонки. Наконец-то, бисмиллахи рахмани рахим. Ну как, Капи, скажи, как после того, как целый день ничего не кушала, не пила, как вкусно тебе? Да, супер.
Ладно, все, выключаюсь.